отступить от духоты, понимаешь, разработчики. А разрабы добавляют то, что не надо игре. Игре не надо было вот эти плиты ебучие, они не работают. Игре не надо были эти столы, вот эти всякие моменты. Куча моментов, которые ввели, игрокам это не надо. Но они это добавляют. Есть миллион вещей, которых постоянно просят, их не трогают. Но, сука, добавляют БТР в лес, понимаешь? Вот, и пока разрабы не начнут прислушиваться к своим игрокам, что им хочется, блять, игра будет в жопе. Но пока она дышит эта игра. Просто потому, что нету аналогов. Но в этом году будет два аналога, две игры, которые выебет Тарков, и все нахуй с нее уйдут. И не переживайте, любители Таркова, ваша игра будет развиваться просто в феноменальном уровне, потому что появится конкуренция. Поэтому для тарковчанов будет плюс.